Смотри, а теперь давай, знаешь, учиться правильно разговаривать в микрофон. Да. Видишь, вот чтобы хорошо было слышно. Да, вот, вот вообще можно от рта не убирать. Вот, вот, вот 6 часов вот так вот. У меня здесь потом муазоль. Вот, понятно. Что умеешь делать с этой штукой? С ней можно делать очень-очень много трюков. Крутить ее. Но обычно для всяких трюков нужен накладной ноготь и силиконовая смазка. Силиконовая смазка, это уже пугает. Но у меня этого нет с собой, так что лайт-версия. А смотри, я тебя хочу сейчас попросить чуть-чуть. Да? Смотри, тебе нужно сейчас полностью представиться в камеру, сказать, как тебя зовут, твою фамилию, сколько тебе лет. Да. Из какого ты города? Давай, 3-4, 5. Меня зовут Братин Искандер, мне 18 лет, город Казань. Занимаюсь всем. В прошлом году занимался джоли-джампингом, был вокером, скакал на ходулях. В этом году занимаюсь фристайлом. До этого еще куча-куча увлечений. Вот. А у тебя есть легенда, человек-легенда, на кого хочется равняться? Таких людей достаточно много. Настоящий профессионал своего дела. Нет, бывает много-много людей, они занимаются только одним и тем же. Для меня такие люди не являются чем-то особенным. Мне нравятся не в душе люди, которые занимаются всем. Занимается этим профессионально. А чтобы стать легендой, что нужно делать? Нужно работать, естественно, нужно реализовывать себя. Нужно, самое главное, нужно быть тем, кем ты являешься, не казаться кем-то другим. Ну и давай теперь посмотрим, что ты умеешь. Я отбираю у тебя микрофон. Тебе легкую музычку сейчас. А может и не легкую.